всех, всем вам привет. Давно не снимала я видео, занята была. Мама с папой пока здесь, камеру как бы в руки не брала, что ли. Мы сегодня дома приехали, мы были на даче. Детвора немножко порыбачили, я рыбы купила, то что мы нету времени выехать на рыбалку. Сейчас мы находимся дома. Погодка у нас отличная, солнышко, тучки, хорошее все. И вот начали уже делать, это, закрутила вершурупы и делаем планировочку. Сделали. Привет, Филипп. Привет. Что делаешь? Я тебе помогаю столбы ставить. Столбы ставить? Эти железные. Железные. Сваи, столбы, шурупы, кто как называет. Надо. Мы их называем screw pilings. Закручиваем, делаем. О, папа стоит. Я супервайзер. Ты супервайзер, ты за смотрящего, да? Ну типа этого, пока старший спит. Я его зам. Старший — это значит Яков. Используем вот такую вот головку, крутящуюся. Как у тебя получается? Конечно. Ты нам можешь говорить, что ты строишь? Гараж строю. Гараж? Или ангар? Гараж? Гараж и с ангаром. Буде одна сторона гараж, а друга сторона буде ангар. Буде двері здорові відкриватися туди при кінці, а там буде маленька дверь. І коли думаєш, проект этот закончится? На следующий год? Продолжение следует. Продолжение будет следовать. Вот сейчас пацаны как раз несут шуруп. Получается, он такой небольшой. И с этим на конце. Сейчас вам продемонстрируем, как пацаны это все делают. Сейчас насадят, попадут, повернут. Шплинтам насадят. Выровняли, а потом подрежут, насколько ему надо. Папа стоит, наблюдает. А не, веревочку отодвинул в сторону. Мама с папой тоже будут завтра ехать домой. Не знаю, когда это вот видео выйдет. Картошку мы еще не выкопали. Ну, как выкапывали, кушать уже копаем. А чтоб это, она еще вон. Зеленая вся стоит там. Зеленая здесь. Ждем, чтобы морозы были. В сентябре, может. Ну, еще сентябрь, октябрь будет она, наверное. По погоде будем смотреть, когда ее выкапывать. Да, Филипп? Да. Я про картошку, а ты про что? Нет. Не про что? Мне просто ты сказала да. Да. И вот лазит там, провода убирает, чтоб не сорвали. Иногда заходят до самого низу, как надо, иногда остается так, потому что дальше уже не может крутить. Не знаю, в чем он там упирается, но не крутится, короче, взад, вовнутрь. Сейчас они его выравнивают, линия натянута, чтобы ровно ее ставить. Сама смотри, сколько инч. Полтора. Да. Подкопать, может, надо там
если вдруг она оторвется сверху, чтобы по стеклу не ударила. Папа, он какой отработает. Здесь отлично. Отлично? Juggled it. To same, juggled it. To same. Ладно, я промолчу. А ты тоже будешь говорить juggled it? Нет, не буду говорить. Очень лучше она говорит. А что такое juggled it? Не знаю. Очень лучше. Если кто-то вдруг смотрит, знаете, что такое juggled it? Переведите. Очень лучше. О том, я папа болтает, и я не знаю, что он болтает. Папа рассказывает, когда мы переехали с Узбекистана в Сибирь, его русским не называли, его называли чурка. Он не обижался. Говорит, что сделаешь, русский народ не понимает, что ли, кто да что. А он у меня загорелый был, на негра больше, наверное, был похож, чем на чурку. Что за негр? Что за черный твой дядя? Откуда? В церкви когда? Вовка же спросили, ну, Вовку спросили у Лены давно. Когда приехали в церковь, они спрашивали, а что это за негр приехал? С нами, да? Он говорит, нет, это мой дядя.
дядя Сибири. Получается, перешли, это будет вперед, возле дома дверь, а то задней сторона шапа. Начали же мы шурупить для шапа по периметру столбы. Зашурупили. И горкой сейчас их все сравнивать будем. И потом будем приваривать уголок по всему этому кругу. И тут наш будет новый ангар, новый шап.